Он выиграл бой. Ему 24 года, рост 167 сантиметров. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений. Он является чемпионом Армении и победителем международных турниров. Представляет бойцовский клуб «Аргат». Армения. Синий угол. Аулик Калашян. Его соперник в красном углу. Ему 21 год. Рост 171 сантиметров. Профессиональный рекорд. 5 побед, ни одного поражения. Он является финалистом чемпионата России 2020 года. Представляет клуб «Ахмат» из России. Красный угол. Сулейман Петербер. Рефери Рашид Апажев. Итак, Овик Калашян против Сулеймана Бетербиева. Мы говорили, что сразу трое братьев Калашян будут выступать на этом турнире. Один уже из них свой поединок провел, вот второй. И противостоит ему, пожалуй, один из самых талантливых чеченских кикбоксеров, Сулейман Бетербиев, здорово проявляющий себя и проявивший себя в любительском кикбоксинге. И вот сейчас уже достаточно активно набирающий обороты в профессионалах. Да, Сулейман Бетербиев такой хорошо идущий у нас боец, подающий большие надежды. Я думаю, что определенный сюрприз в данном поединке он может показать. В любом случае, бой будет напряженный. Мы опять видим работу коленями, как мы заметили, это наставник тренера Ибрагима Шахгериева, который выступал сам в свое время и подготовил немало спортсменов. Ну и чтобы заинтриговать наших зрителей, мы добавим, наверное, что помимо 6 поединков в рамках матчевой встречи Ахмат Арарат, нас также еще ждет 8 профессиональных боев рейтинговых, вернее 7 рейтинговых и 1 за титул. Якуб Берсенукаев встретится с Наврузом Жуманазаровым. Ну а главный бой вечера, это уже, наверное, для олдскульных фанатов будет особенно интересно. Адам Халиев возвращается в профессиональный кикбоксинг и будет экзаменовать он молодого проспекта из Беларуси Романа Артюшенко. Так что смотрите наш эфир до конца обязательно, и вы увидите возвращение, не побоюсь этих слов, легенды чеченских единоборств Адама Халиева по прозвищу Торнадо. Ну и вообще, вот, Бимаунт, мы видим, что сейчас бойцы нам дают так возможность поговорить о каких-то отвлеченных темах. Вот формат этого противостояния, матчевых встреч, он, как я понимаю, планируется быть традиционным. Но вы также хотите какой-то кубок, да, разыгрывать уже. Сейчас это просто товарищеская встреча, а что уже дальше, чтобы это что-то большее переросло, какой-то так, командный турнир, что-то. Да, там командный кубок будет разыгрываться, это в любом случае. Мы планируем, чтобы участвовали от 4 до 8 команд в итоге. То есть в данный момент 2 команды участвуют, но в перспективе от 4 до 8 команд. То есть это будет идти не один месяц, и в конечном счете, конечно, будет разыгрываться командный кубок между несколькими командами, и выиграть командный поединок, стать победителями, это будет, будем надеяться, что будет считаться очень престижным не только у нас в стране. И ну, как я понимаю, вот это что тут клубного гран-при, правильно, по олимпийской системе, разбивается на 2 подгруппы, 8 команд или там 4, вот так они идут, до финала доходят. Ну, это интересно. Вообще система гран-при, она всегда интересна. И, наверное, наиболее такой честный отбор, да, такой честный отбор. И вот с помощью выявления чемпионов, с помощью гран-при, он такой более прозрачный, более справедливый.
Ну и командный формат, он всегда стенка на стенку, это тоже интересно, когда ты переживаешь не только за себя, но и за своих партнеров, когда ошибившись, да, там на одном этапе ты можешь, победив в полуфинале или в финале, реабилитироваться. Да, конечно, тут надо отвечать не только за себя в личном плане. Попадание. Очень хорошо на подскоке, левое боковое пропускает. Вот из клинча атакует тоже неплохо Калашан. Два раза слева попал. Но вот левый хук Бетельбиева, он был действительно очень жестким. Ну, Сулейман у нас всегда работает первым номером. Его оппонент, он строго перешел. Но с самого начала он работает вторым номером. Бетельбиев всегда работает первым номером. У него привычка давить, брать инициативу на себя. Он сразу берет центр ринга и дальше начинает методично работать. То, что мы видим и в данном случае, да. Много ударов коленами пропускает наш армянский боец, наш гость. Я так понимаю, манера боксировать первым номером, это вообще присуще всем спортсменам по фамилии Бетельбиев, вне зависимости от вида единоборств. Да? Кстати, вот с ними по ходу подготовки, с молодыми ребятами встречался и Артур Бетельбиев, пожалуй. Вау! Папа. Прямо подбородок слева. Оказывается, на канвасе Овик Калашян отсчитывает рефери. Ну, вроде должен прийти в себя. Да, первый нокдаун. Ну так вот, пожалуй, лучший на сегодняшний день чеченский спортсмен Артур Бетельбиев пообщался с молодыми ребятами тоже и наверняка зарядил их на хорошие бои. А здесь, как я понимаю, уже все, да, досрочное завершение. Я думаю, нет, что нет. Он будет выступать дальше. Продолжит, вернее. А, видимо, дальше. Капу. Капу просто. Да, выпала капа, сейчас они там. Технический момент. И еще раз слева капа очень здорово сняли, попадает. Да. А Бетельбиев на самом деле уже не один раз левые боковые у Сулеймана проходили. Еще колено. Держать нельзя, конечно. Замечание устное от... Посмотрите, как заряжен получает, да. Сулеймана. Да. Опа. Он почувствовал, что называется, запах крови. И идет вперед, добивает соперника. Видит, что Кашанян уже поплыл, как говорится. Да, он да, пропустил несколько мощных ударов. Да. Полотенце, корпус. Главный тренер. Главный тренер выбросил полотенце, останавливает бой. Я думаю, что это правильное решение. Главное – это здоровье спортсмена. Лучше, конечно, спортсмена беречь.